Всем здравствуйте, друзья. Ну что, давайте немножко разберем модельки. В прямом смысле посмотрим, да, на них и разберем. Потому что, уточняю все-таки, что же за корпус внутри? Пластик или МДФ? Да, то есть никто не знает. Вот моделька, напоминаю, Мива М45, 50 ватт. То есть идут они в двух цветах, то есть идет такой светло-коричневый и черный, друзья. В стиле таком, как, знаете, ретро что-нибудь такое, как раньше были такие большие радиоприемники, да, то есть, ну, по крайней мере, я видел бабки мои, прабабки или бабки еще осталось вот такого здорового такого формата, ну, как бы что-нибудь в этом стиле. Но здесь как-то все, знаете, сделано, ну, интересно. Я вчера буквально покрутил особенно по ТВ, включил, просто шикарно. Звук приятный, просто, ну, как-то, знаете, ну, чистенько играет все, достаточно интересно. Так, конечно, был не сторонник таких, знаете, вот много видел раньше, там всякие там тоже мировые бренды делают, да, сейчас, соответственно, Мива закос такой сделал под это все, но будем сейчас включать и слушать, как оно работает. Так, смотрите, запуск у нас. Сейчас должен Bluetooth поймать. Вчера я подключал, очень хорошо работают. А, они сразу по ТВ, друзья, врубаются. Смотри, какая штука удобная. Но, смотрите, сейчас я объясню такой фин. Сейчас выключу, у меня работает. Вообще крутяк. Вот смотрите, допустим, берете вы две штучки, да? Хотите стерео получить, ставите в разных углах, например, комнате, да? Для интерьера очень интересно. Смотрите, то есть какая фишка, что, на что я обратил внимание. Вот я вчера выключил, да, выключил, например, та, которая была у нас активная. То есть активная, то есть, чтобы понимали, да, вот, например, я сначала одну подключил по Bluetooth к телефону, потом по ТВС, вот кнопочка, соединил вторую. Да, то есть они долго, звук вообще чистый, приятный, и стерео работает вообще замечательно. Звук такой переливается, то есть все как положено. Вот, и когда я выключил просто одну, все, они отключаются сразу две. А вот теперь я запустил, мне Bluetooth сейчас раз поймал ее, да, они сразу включаются две. Так как они были до этого соединены по телевизору. Чтобы это отключить, друзья, то есть, ну, соответственно, вторую там отключаете, да. То есть вот так вот, поэтому, ну, удержание кнопочку на телевизор. Но та, которая, друзья, была активная, то есть ее только можно регулировать звук. То обычно, как бы, знаете, подключаете в колонках, и у них... на любой можно крутить, если подключены по ТВС, можно любой крутить. Или пульт там, или микрофон, да, также работает. Ну, то есть работает сразу на две. Нет, здесь, друзья, немножко по-другому. Здесь только та, которая активная. Вот у вас на управлении. Ну, как-то так. Так, по размерам, да, по размерам, смотрите. Длина у нее 26 сантиметров, высота 17 и ширина, глубина, кто как называет, да, 15 сантиметров, вес чистый 3-100 килограмма. Друзья, да, нет в этой модели ручки, это минус, но мне кажется, они рассчитаны, такие модели, с собой особо не таскать, потому что видел других производителей, ну, например, Вайпа, да, я видел, такая вот ручка идет, Адмирал они называются, но они на порядок подороже. Друзья, ценник вообще смешной за такую акустику. За такой дизайн. Пишите, пожалуйста, под данным роликом. Будет у нас ссылочка наших партнеров. Также ссылочка наших партнеров на маркете. Да, и ссылочка на маркетплейсе, я имею в виду. И ссылочка будет у нас на Авито-магазин. Также наших партнеров. Если хотите заказать у нас напрямую, пишите, проваливайтесь. Там ссылка. Также в WhatsApp заходите в чат. Пишите, я хочу вот эту колонку Mivo M45. Либо там Viber, WhatsApp. Звонить не нужно, звонки не принимаются. Пишите, пожалуйста. Можно смс писать, если хотите, по данному номеру. Там все будет закреплено под данным роликом в комментариях, друзья. Верхний комментарий, он закреплен сразу же первый. Потому что все начинают, там люди не видят. Все, пишите туда. Звонки не принимаются. Говорю сразу. Вот. По оформлению данной модельки. Отправим Казахстан, Белоруссия и, соответственно, по России, друзья. Так, что мы видим? То есть размеры сказал, вес 300 у нее чистый, около того, в упаковке 3,5. По управлению бас мы видим, трабл, да, регулировка высоких-средних, громкость, кнопочка power, все видно, все подсвечено. Друзья, корпус такой чисто под кожу, с
здесь металл, позолота, ну, алюминий, я так понимаю, да, тоже панель управления, все здесь получается, часть пластиковая, фазик мы видим, TF-карта, USB, AUX, друзья, и зарядка под Type-C, друзья. Имейте в виду, что данную колонку можно заряжать от пауэрбанка, даже если взяли с собой куда-то на отдых. То есть чисто для дома, друзья, ну очень прикольно. Даже так аккуратненько, чтобы не объемно, они смотрятся четко в интерьер, допустим, для домашних условий. Так что, ну, кому надо, может с собой брать на отдых, пожалуйста, это не навредит. Так, кнопочка мод у нас. Но, смотрите, когда кнопку мод вы переключаете, я уже показывал, да, то есть все говорят, дисплея нет. Вот вы видите, когда нажимаете кнопку мод, здесь у нас загорается Bluetooth. Ну, я там ролик есть у меня на канале, я показывал, по-моему, да. Bluetooth, потом AUX, USB и TF-карта. Когда режим они переключаются, что у вас работает, в каком, ну, на каком режиме у вас работает. Дальше кнопочка TVS, вот она сейчас горит, показывает, что да, она вот активная, которая мигающая, которая не мигающая, но пассивная. Play, пауза, все. Друзья, ну шикарно. Так, дадим сейчас звук. Так, здесь я втопил на всю. Добавил. Да, здесь не реагирует вообще. Только которая активная. Такую музыку, знаете, слушать на таких колонках нет. Здесь рассчитано, друзья, слушать, ну, он сразу слышно. Здесь рассчитано включать что-нибудь спокойное, легкое, классику. Друзья, вот для этого не предназначены. Вот прям звук у них просто, во-первых, чистый, сразу говорю. Всего-то два динамика, друзья. Здесь стоит один динамик 4 дюйма, второй 2,6 дюйма. Вот, всего-то два динамика. Вот, ну, давайте все-таки разберем, посмотрим. Батарейка здесь стоит 5000 мАч. Сейчас, секундочку, по-моему, уточню. Так, да, 5000 мАч стоит здесь батарейка. Ну, вот, скорее всего, здесь стоит, ну, свинцовый пантик стоит, здесь литиево-ионная. То есть, давайте потом, я хочу разобрать, посмотреть, что-таки все за корпус. Что за корпус, потому что никто не знает, там, хрен знает, что за корпус, друзья. Вот поэтому хочу вскрыть, посмотреть. Сейчас попозже там продолжим. Так, ладно, сейчас попробую что-нибудь найти, потому что такую музыку, такую клубную, такую, как-то, сейчас мы что-нибудь полистаем. Более спокойно. Сейчас, друзья, что-нибудь найдем. Потому что у меня плейлист такой разношерстный, разнообразный.
сейчас будет. Вот когда громкость убираешь уже, так бы, да, потому что она все кричит, во-первых, там высокий добавил потолок. Хотел послушать, насколько громко. Как бы достаточно чисто, ничего не на уши не давит. И все-таки бас там так интересненько. Плавно работает, без, ну, не то, что там, как вы хотите, как джибу, да, такой ух, качающий, но он такой. Для этой колонки-то что? Сейчас мы что, никак не дойду я. Вот, например, вот это что-то. А, задолбали. Сейчас. Сейчас что-то поищу. Так, едем дальше. Где-то ранее ролик был с одной, звук нормальный, в принципе, там включил буквально там два трека, промотал. Почему показываю сейчас две? Потому что многие могут захотят, допустим, место тратиться, допустим, на какую-то вот одну там дорогую, да? Можно получить стерео, друзья, и в любой момент вы можете просто там, не знаю, там, перенести в другую комнату, дать там брату, свату, внуку, неважно, ну, образно говоря, да? Вот, поэтому, вы видели, да, как она работает, получается, сразу подключается, чтобы вот это не бегать, не тыкать, допустим, если вы отключаете одну в режиме TVS, все, бам, только запустили ее, которая у нас, ну, пускай у нас будет
коричневая, она активна будет постоянно, да, они включаются постоянно, да, только вы одну запустили, ну, соответственно, запустили две. Вот, а хотя нужно будет попробовать, вернее, знаете как, отключить, а не сразу, или активно, или пассивно. Сейчас давайте попробуем, смотрите. Давайте я сейчас попробую. Да, включить. Нет, одна. Одна. Вот, ТВС заработал сразу же, да? Так, снова запускаем. Все работает. Так, а если мы отключим? Отключаются, а если включаются? Не, видите, все равно нужно будет включать вторую. Ну, наоборот, круто, почему бы и нет? То есть она как дополнительная, знаете, как бы, если не хватает звука. Да даже вообще, допустим, мы врубили там одну в комнате там, друзья, кстати, очень даже неплохо. Например, где-то супруга на кухне, например, там, да, там, вот там в комнате или ровно наоборот. Ну, неважно, это на даче, на улице, да. То есть, друзья, это даже прикольно. И у вас, получается, музыка играет и в одном месте, и играет в другом месте одновременно. Так что я считаю, что это даже очень неплохо. Но, друзья, радио FM здесь нет. Но, смотрите, вот открою такой небольшой вам секрет, да, как получить радио FM, чтобы у вас был, работал радиоприемник. Покупаете маленький портативный FM-приемник. Ну, такая хренотень, да, то есть, ну, раньше ходили, сейчас уже никто не ходит, потому что, ну, не знаю, то сейчас все в интернете, но бывают такие места, где интернет может не ловить, да, вот, так что покупайте радио FM или AM, ну, неважно, все, просто главное, чтобы выход был, ну, есть по Bluetooth, но все-таки, когда работает он через AUX, он используется как и антенна, то есть лучше покупайте с выходом 3.5, то есть под наушники, да, проводные, и потом втыкаете, друзья, в AUX, все, запускаете радио, вот вам и будет радиоприемник, друзья, это круто. Вот я считаю. Ну, это так, выйти из положения, если что. Если даже радиоприемник не встроен. Вот. Поэтому, друзья, я считаю, что вот две колоночки по режиму ТВС. Ну, прям звук достаточно хороший. Тут можете проверять, покупать. Ну, покупать нужно правильно продавца, с гарантией, все как положено. Друзья, мы не являемся, также наши партнеры. Напоминаю, ссылочки все будут по данным роликам. Также наш телеграм-канал, там залетайте туда, там цены уже сразу есть. Бывает на сайте muzon.ru не все успевает выставляться, поэтому все на телеграме, либо по ссылке спрашивайте. Если ссылки наших партнеров закреплены, значит, можете смотреть там цены. Ну, бывает, цены у нас просто дешевле, чем наш партнер. Так что имейте в виду. Вот такую музыку приятно слушать у кого. Вот музыка как раз именно вот такую вот штуку. Если хотите там качающий бас, какой-то глубняк, друзья, оно будет работать, но это немножко будет по-другому. Вот такую более спокойную музыку. Да, здесь все четко, чистенько, все аккуратно, эстетично, как-то все смотрится. Ну, не знаю, мне понравился сам дизайн, как-то интересно все. Ничего лишнего. И, кстати, вот эти ручки, как я видел, да, вот такая вот. Ну вы же не будете с ней куда-то ходить. Ну, нахер она надо, да, в таком формате. Ну, давайте, говорит, ты правильно. То есть, называть вещи своими именами, да. То есть, оно же неинтересно куда-то с собой брать, носить. И зачем, если она будет постоянно стоять у вас дома, зачем эта ручка, по большому счету? Ну, в таком формате. Я бы, допустим, не брал бы с собой куда-то на отдых. Ну, может, и брал бы, но... Ну, мне кажется, ну, надо что-нибудь брать в виде, ну, такого формата, там, бумбокс, вот они как-то так. Брутально, улично это все смотрится, да, тоже мимо. Ну, а вот такого формата, чисто такая домашняя штучка, мне кажется, оно и впишется в какой-то определенный интерьер. Даже не обязательно. Просто будет смотреться красиво, друзья.
Так что спасибо за внимание. Все контакты под данным роликом для заказа. Звонить не нужно, только пишите. Контакт там будет указан, также ссылки на наших партнеров, можете заказать у них. Ну, если хотите ценник подешевле, пожалуйста, заказывайте у нас, друзья. Прайм, Россия, Белоруссия, Казахстан, друзья. Спасибо за внимание. До свидания.